Гомель сустрел пионеров из всей области. На базе Гомельского державного областного палаца творчества детей и молоди отбылся выниковый поширенный пленум Гомельской областной организации громадского объединения Белорусская республиканская пионерская организация. Подробности в материале Светланы Князевой. Керовники районных пионерских организаций на чале со старшиней Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Викторией Минановой подводили выники работы за минулый год и вызначали задачи на 2016. В течение 2015 года работа всей Белорусской республиканской пионерской организации, безусловно, была направлена на три важных события для нас. Это в первую очередь 25-летие Белорусской республиканской пионерской организации, 70 лет Великой Победы и год молодежи. У минулым годе Гомельская областная организация «Пионеры» приняла удел во усебелорусской патриотичной акции «Лист пераможцу». Не меньше цікавыми стали акция «До обороны айчыны готовы», областный турнир по интеллектуальных гульнях «Пионерский залик», а так само военно-патриотичная акция «Зарница». Кожный пионер может поделиться множеством приемных уражений от уделу у гэтых мероприемствах. Так, для Яны Менделевой самый яркий успамин – удел и перемога у конкурсе «Пионер года 2015». На областном этапе мы заняли первое место и поехали со своей дружиной в Минск на республиканский конкурс. Там я заняла второе место. Мы победили в номинации «Дуэт лидеров». Знаковой подеей стал и удел пионеров Гомельщины у масштабным республиканским проекте, який сегодня является визитной карткой по грамадско-патриотичным выхованию подрастающего поколения. Проект, который мы запустили в 2014 году, и итогом его стала реализация книги «Никогда не забудем внуки о войне». И, безусловно, в этом проекте одними из победителей являлись ребята из Гомельской областной пионерской организации. Как означила Виктория Минанова, деятельность Гомельской областной организации «Пионеры» налажена на высоком организационном уровне. Миновито тому, уже на початку красовика Гомель будет сустракать республиканский спортивно-патриотичный марафон «Будь здоровы». Пионеры из всей страны съедутся на споборництвы по пионер-боле и споборництвы команд групп поддержки «Сярод октябрат» и «Пионеров». Светлана Князева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».